Стабильное водоснабжение города – основная задача предприятия «Сочи-Водоканал». Над тем, чтобы в каждый дом чистая вода поступала бесперебойно, трудятся около 2000 человек. И так уже на протяжении более 80 лет. Наряду с развитием курорта модернизируются насосные станции, резервуары, ремонтируются и прокладываются новые водопроводные сети. В последние годы в связи с активной фазой строительных работ, связанных с подготовкой к Олимпиаде, участились аварийные ситуации, связанные с ними отключение водоснабжения. Для того, чтобы абоненты могли своевременно и качественно получить необходимую информацию, руководство «Сочи-Водоканала» решило создать единый колл-центр. Чтобы быстрее доходила обратная связь от людей, чтобы мы сразу могли устранять порывы, утечки, и чтобы люди меньше заботились об этой функции, которую на себя взял водоканал. Это исполнение коммунальной функции нашим предприятиям по поставке воды. Сегодня состоялось официальное открытие колл-центра. Он находится в самом здании водоканала. После традиционного перерезания ленточки генеральный директор концерна «Евразийский» проверил работу дежурной службы. Именно сюда поступают данные со всех объектов, расположенных от Красной Поляны до Лазаревского. За 2 недели тестовой работы центра специалистам удалось обработать несколько десятков заявок. Различные перепады высот, различные источники водоснабжения. Это тем более заставляет нас заботиться о повышении качества обслуживания сочинцев, обеспечить взаимодействие в режиме оперативной обратной связи и чутко реагировать на все сигналы о состоянии наших сетей. Здравствуйте. Диспетчер «Сочи Водоканал». Ольга, слушаю вас. Отвечать на звонки, принимать заявки и направлять специалистов на аварийные точки. На этом работа инженера-технолога диспетчерской службы не заканчивается. Технологи также контролируют наполнение резервуаров водой и следят за давлением насосного оборудования. И так по 12 часов в сутки. Звонки обрабатываются в течение 1-2 минут. Если есть актуальная информация, диспетчер сообщает ее сразу, оперативно. Если нужно уточнить, она, естественно, просит подождать, уточняет информацию, отвечает. В течение дня мы обрабатываем порядка 150 звонков. Это если нет аварийных ситуаций. Если аварийная ситуация, то это где-то 3-4 раза больше. Еще месяц назад приемом заявок и контролем системы водоснабжения занимался только один человек. Сегодня в диспетчерской службе и колл-центре круглосуточно работает 17 специалистов. Соответственно, увеличилось количество и качество обслуживания звонков. Позвонив по телефону единой диспетчерской службы 255-0505, можно не только дать заявку, но и узнать информацию о тарифах. Руководство «Сочи-Водоканала» намерено развивать работу колл-центра. И, возможно, уже со следующего года диспетчеры смогут, например, принимать решение о запуске резервных насосов. И аварийные вопросы будут решаться еще оперативней. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.